Всем добрый вечер. Сразу рад всех приветствовать, рад всех слышать, видеть. Всем привет, всем салам алейкум. Итак, не знаю, сколько нас соберется, конечно. Ну, хотелось бы, конечно, побольше, чтобы нас собралось. Некую полезную информацию хотел всем объявить, чтобы все были в курсе, все знали, потому что у нас... Всем добрый вечер. Сразу рад всех приветствовать, рад всех слышать, видеть. Всем привет, всем салам алейкум. Итак, не знаю, сколько нас соберется, конечно. Ну, хотелось бы, конечно, побольше, чтобы нас собралось. Некую полезную информацию хотел всем объявить, чтобы все были в курсе, все знали, потому что у нас скоро, точнее, не скоро, мы уже его запустили, новый проект. Вот. И он будет у нас уже функционировать, я думаю, со следующей недели. В принципе, осталось совсем чуть-чуть. Всем салам алейкум, всем привет, всем рахмет, как говорится. Вот. Ждет вас, знаете, смотрите, что. Значит, у нас появилась система бронирования и система продаж. Значит, система бронирования — это, значит, модуль для ательеров непосредственно. То есть модуль для ательеров. Это для их удобства. А система продаж — это у нас будет некий сервер по типу Booking.com, да, где любой человек может зайти и забронировать отели. На сегодняшний день мы решили именно захватить отели при Эльбрусе, добавить отели Архыза, Домбая, Кисловодск, Пятигорск, возможно, Ведучи, возможно, Лаганаки, то есть, ну, практически все горнолыжные курорты. И постепенно, я думаю, будем двигаться дальше. Возможно, нас скоро ждет и Горный Алтай, и так далее. Вот. Поэтому, если вдруг есть знакомые ательеры, обязательно. Может быть, кто-то даже и смотрит из ательеров. Мы уже практически все при Эльбрусе обошли, со всеми пообщались, всем рассказали, всем показали. Все очень просто работает, все очень доступно, понятно. То есть, в принципе, любой человек, который там маломальски умеет пользоваться интернетом, что-то там по мелочи настраивать там и так далее, как-то более-менее знаком с компьютером, ну, в принципе, справится спокойно. Там все понятно, все доступно, все по полочкам, короче, разложено. Тык-тык-тык-тык-тык, настроил, короче, и можешь спокойно продвигать и продавать свой отель. Вот как-то так. Вот, что еще хотел сказать. Система не новая, система уже давно работает в 50 странах. Сейчас вот мы как раз пытаемся адаптировать ее под российский рынок. Ну, точнее, уже адаптировали. Чем мы сейчас занимаемся? Мы сейчас просто добавляем отели. То есть отель нам скидывает информацию. Это фотографии, цены, что сколько стоит там на сезон 2020-2021. И вся эта информация потом в последующем будет высвечиваться уже на сайте. Вот. Отель может продавать номера по всему миру. То есть вот сейчас как только открывают границы, все спокойно можно привлекать и иностранных клиентов, то есть гостей из-за рубежа. Вот, по поводу, значит, это было по поводу системы продаж, которая называется Эльбрус Hotels. Я потом внизу обязательно отмечу Instagram, подписывайтесь, добавляйтесь, ательеры, я думаю, много кто посмотрит, я прямой эфир сохраню. Вот, всем опять салам алейкум, всем доброго вечера, хорошего настроения, самое главное. Всем машу,
Всех приветствую, всех рад видеть. Что дальше? Значит, далее. Система бронирования. Это конкретно для ательеров сейчас информация. То есть модуль бронирования мы устанавливаем вам на сайт. И клиент непосредственно может прямо на вашем сайте зайти и забронировать номер прямо с вашего сайта. Все очень легко и доступно. И самая главная информация будет сразу поступать к вам. То есть вам что нужно? Просто следить за вашими бронями, за бронями вашего отеля, ваших номеров. Вот, и все. Сейчас, секундочку. Да, всем алейкум ассалам. Алейкум ассалам, доброго вечера. Харальбит, ты недавно ходил мимо меня вот здесь на стадионе. Что-то вот там у вас группировочка туда-сюда куда-то двигалась, интересно. Ну, не суть, дальше продолжаем. Короче, модуль бронирования устанавливается на сайт, и клиент может непосредственно прямо напрямую с вашего сайта бронировать. Но модуль бронирования, он тоже как дополнительный канал продаж. То есть там можно настраивать всякие рассылки, отправлять вашим гостям, вашим клиентам, делать какие-то акции, скидки. Мы можем продвигать отель, то есть далее уже что еще там сейчас. Еще раз всем привет. Так, на чем мы остановились? Значит, вы можете делать всякие различные акции и дополнительно привлекать гостей, клиентов через модуль бронирования. Вы можете поздравлять их с днем рождения, рассылать какие-то там акции на Новый год, на межсезонье. Такие акции, как, например, забронировать заранее отель. Ну, то есть, допустим, бронируй там сегодня и получи скидку там, допустим, через, я не знаю, там, через 2 месяца, когда ты там желаешь заселиться и так далее. Ну, короче, куча возможностей у модуля бронирования. Плюс через модуль бронирования человек, не выходя, вот, не покидая ваш сайт абсолютно, может забронировать себе авиаперелет и забронировать трансфер. То есть это очень удобно для нас, для простых вот людей, которые там хотят приехать отдохнуть. Да? Сел, все в одном месте. Самолет, трансфер, проживание. Все четко расписано, рассказано и так далее. А вы уже ательеры непосредственно, вы уже будете, у вас будет свой личный кабинет, и вы будете сидеть там, у вас будет сеточка, все будет отмечено четко, там, допустим, с этого по это число забронирован там стандарт, здесь где-то люкс, там где-то семейный номер, ну и так далее, короче. Там все просто и доступно. Многие уже работают с такими системами, там масса всяких приложений. Но вот такой именно обширной, такой, знаете, простой и много всяких функций пока еще нет на российском рынке. Мы, получается, первые будем. Вот. И Эльбрус Hotels, ну, там уже понятно. Там уже мы еще дополнительно привлекаем свои какие-то силы. И, допустим, отели при Эльбрусе, если будут там набирать люди, будет свечиваться в первую очередь Эльбрус Hotels, они будут заходить и находить ваши отели. Все как-то так. Естественно, много вопросов, я думаю, у вас возникнет. Вы можете писать в директ, и в директ пишите уже не сюда на Эльбрус Time, а пишите в Instagram Эльбрус Hotels, короче. Вот, такие вот дела, короче. Подключаем абсолютно все, смотрите, там будет и фрейм, домики, все треугольнички, все срубы, апартаменты, если у кого-то кто-то сдает квартиры, значит, отели, большие, маленькие, неважно. Ну, короче,
Все жилье, которое сдается, вы можете подключать. Там будут разделы. От вас что требуется? Только фотографии, цены на проживание сезон 2020-2021 и желание работать. Ну а дальше вы просто будете уже наслаждаться удобством нашего сервера. Вот такие дела. А еще хотел сказать, что вы можете сами открывать и закрывать продажи. То есть, допустим, очень много вопросов, мы вот ходили, общались со всеми, и у всех возникает вопрос по поводу Нового года. Все говорят, мы на Новый год, типа, у нас все хорошо, мы там не планируем, мы там на эти 10 дней, там 12-15 дней, мы отключаем там и Booking, и то, и там, и Trivago, и все подряд, короче, все вот эти серверы. Тут вы сами абсолютно хотите отключаете, хотите подключаете, то есть нужны вам дополнительные клиенты или еще что-то, или не нужны, или возможно у вас новый отель, а вас никто не знает, но вы бы там хотели, да, привлечь клиентуру. Пожалуйста, вы сами все настроите в личном кабинете абсолютно. Любые моменты, все настраивается, все, все, короче, все, все классно, все круто. Поэтому пишите в директ Эльбрус Хотелс. Я отмечу опять-таки Эльбрус.Hotels будет. Там логотип такой, в форме такой капли интересной, и горы нарисованы. Вот. Короче, в принципе, я все рассказал более подробно. Мы уже там, у кого, ну, вопросов куча возникает, у всех разные вопросы. Там и по отмене бронирования часто задают вопросы. Под запрос кто-то хочет номера, чтобы, ну, под запрос, то есть люди отправляли, и потом они там, допустим, ательеры подтверждали, есть номер, нету номера. Короче, нюансов куча, у людей вопросов куча. Поэтому ждем вас в директ. Там, естественно, и номер телефона в шапке профиля написан. Welcome, как говорится. Хош Кельгис. Вот так вот, дорогие друзья. И, наверное, скоро мы уже запустим и Эльбрус Тайм сайт. И там тоже, кстати, будет стоять модуль бронирования. И оттуда тоже вы можете, дорогие друзья, дорогие наши гости, бронировать отели, трансфер, проживание. Я думаю, и туры, и все-все-все-все-все мы туда включим и будем работать по максимуму. Все для вашего удобства. Ну все, всех был рад видеть. Всем салам алейкум. Сохраняю прямой эфир. На связи.